Основной элемент, который мы сегодня рассматриваем, вот он. То есть рассмотрим работу плоскостью. Движение вот, за счет ротации. Сейчас рассматриваем вариант защитный, то есть с одной стороны, с другой стороны, если внизу, если вверху, соответственно. Это защитное действие за счет именно поворота. Не попытка столкнуть, сдвинуть, а именно за счет короткого поворота. Следующий момент – это атакующий. То есть здесь мы меняем угол. Чуть-чуть вытягиваемся вперед. В данном случае мы делаем, атакуем руки сверху, сбоку, снизу. Сейчас рассматриваем вариант воздействия на руки. Пиздец руки. Снизу, сверху, сбоку. У вас 6 направлений. Он еще и нож подписал, забурел вообще. Сверху, сверху. Красненьким. Сверху, 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 отсюда. Соответственно, с этой стороны. Хочет быть Руслану любимчиком. Да. Снизу. Снизу. Понятно? Переходить одним движением. Важно. Рука впереди, то есть здесь, вот мы на какой дистанции. Я не достаю. Соответственно, моя задача. Понятно? Никак иначе. То есть, это ни о чем. Вы должны сделать одним движением. Спид и сразу выйти на какой-то из трех вариантов. Понятно? Раз! Два! Три! Я сейчас иду, да. После тебя. Продолжаем, как интересно.